С угля на сжиженный газ. Теперь котельная номер 21 в селе Верхний Юрт будет работать по-новому. Здесь уже убрали старое оборудование и начали монтаж нового. Это насосы и энергоэффективные котлы. Один из плюсов модернизации – оборудование автоматизировано и экологично, а еще экономично. Раньше в котельную по сельским дорогам за сезон приходилось возить по 150 тонн угля. С газом все будет гораздо проще, а главное – надежнее. Что важно для нашего населения – это повысить, значит, надежность, в первую очередь, бесперебойность теплоснабжения. Данная котельная является отопительной, сезонной. И очень немаловажный факт для всего коммунального комплекса, также для нашего предприятия, это эффективность ее работы, так как на данной котельной устанавливается энергоэффективное оборудование. Сегодня темпы модернизации котельной оценил Сергей Жигулев. Он входит в число общественных советников мэра по ЖКХ, которым глава Сочи поручил контролировать подготовку к отопительному сезону. Опыт у Жигулева большой. В Новосибирске он много лет руководил крупной управляющей компанией. Сегодня по достоинству оценил проведенные работы. Кстати, котельная на улице Обовяна поставляет тепло в дома 400 сочинцам. Ее построили в селе в 70-х. Здесь, в принципе, вот вы видели, это остался один корпус, одна коробка от прежней котельной, которая тоже будет приведена в порядок. И здесь получится, ну, здание будет облагорожено. Внутри вообще все поменялось. Это оборудование вполне отвечает современным требованиям. И лет там на 20-30 вперед оно обеспечит потребности вот этого села Верхний Юрт. Всего же в Сочи в этом году с угля на газ переведут 5 котельных, а на более чем половине из них, в городе их 71, уже прошли ремонты. Также в планах подготовки к зиме заменить 15 километров теплотрасс. Более 6 километров уже готово. Теплоэнерго потратит на подготовку к отопительному сезону порядка 80 миллионов рублей. Поторопиться должны и управляющие компании, проверить теплоузлы в домах. Зима уже близко. Горячими батареи в домах сочинцев должны стать 15 ноября. Инга Габейшая, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.